Когда-то много лет назад, примерно это к 60, национальность люди не скрывали. В любом конструкторском бюро, в кинотеатре и в метро на пятый пункт тебе нигде не намекали. И по субботам вечерком садились рядом за столом одной компании большой, с простой еврейской душой. Исаак Рувиношный, Эрзон, Семен Натаныч, Фалькельзон, Иосиф Соломонович, Маневич, Илья Нафтулович, Бронштейн, Захар Абрамыч, Фелькенштейн и Борух Мендел, Арефлейб Гуревич. Но жизнь на месте не стоит и сразу чувствует таит, когда другие времена настали. Чтоб лучше должность получить, чтоб в институты поступить, менять свои фамилии евреи стали. И по субботам вечерком садились рядом за столом одной компании большой, с полуеврейской душой. Исаак Рувимович Иванов, Семен Натанович Петров, Иосиф Соломонович Петренко, Илья Нафтулыч Кузнецов, Захар Абрамыч Молодцов и Борух Мендел, Арефлейб Кузьменко. Но не такие дураки, кругом сидят кадровики, они насквозь нас видят по анкете. Чтоб жизнь была не так сложна, менять мы стали имена, чтоб с русским отчеством ходили наши дети. И по субботам вечерком садились рядом за столом одной компании большой, ой, совсем уж русской душой. Иван Рувимыч Иванов, Степан Натанович Петров, Василий Соломонович Петренко, Федул Нафтулыч Кузнецов, Егор Абрамыч Молодцов и Федор Петр Арефлейб Кузьменко. Когда-то деды и отцы, сапожники и кузнецы, в местечках жили в горе и тревоге. Но веру, имя и очаг не променяли на пятак. Так пусть же их пример сегодня служит многим. И верю я, что вечерком в субботу сядут за столом одной компании большой, по-настоящему с еврейской душой. Ой-ой-ой! Исаак Рувимович Нейрзон, Семен Натаныч Фалькельзон, Иосиф Соломонович Маневич, Илья Нафтулович Бронштейн, Захар Абрамович Фелькенштейн и Борух Мендел Арефлейб Гуревич. Но это еще не все! Семен Натанович Фалькельзон, Иосиф Соломонович Маневич, Илья Нафтулович Бронштейн, Захар Абрамович Фелькенштейн и Борух Мендел Арефлейб Гуревич. И Борух Мендел Арефлейб Гуревич. Евгений Александрович Валевич.